vai conferir isso. Vou estar com a noite insulada. Ih, e pus-me. Diz que vou logo. Diz que eu estou chegando para o Brasil. Essa. Vou estar com a cvetante limpada. Вот, видите, здесь пятерки, семерки, двойки всякие. Вот такой вот пазл прикольный. Похоже, кстати, на цветочки или на колеса. И следующее, это вот такие штампики. Вот сюда макаешь, и можно делать. Здесь есть рыбка, цветочек, зайчик почему-то вверх ногами и мишка вверх ногами. Вот так вот. Блокноты. Сейчас я их дорожу. О, вот это. И, кстати, можно ввести? И делишки. Там были разные. Иди дальше. О, здесь какие-то колечки. Не знаю, это, наверное. Не знаю даже, что это за кольца такие. Водилка просто, смотрите, вот. Я так и думала. И здесь вот так блокнот. Не-не-не-не-не. А здесь дерево такое. Вот тоже вот так прикольно. Кстати, здесь красным цветом, а здесь фиолетовым. Сам блокнот оранжевый, а здесь зеленый. Вот таких вот два замечательных блокнота. Пакетка у нас еще не закончится. Опля, это раскраска вот такая вот с девочкой. Здесь вот такие разные раскрасочки с девочками. И наклейки есть. А наклейки надо вот так здесь клеить в начале страницы. Вот так, смотрите, вот здесь три девочки, их надо украсить в начале страницы. Вот так сделали. Прикольно. Я их обязательно сделаю. И вам покажу обязательно. Вот такая первая. Здесь подбери наряды, приклей наклейки и раскрась рисунки. Вот так вот. И даже собачка. И сумочка. Перед последним на сегодня это модные девочки. Прически здесь написаны. Здесь такие всякие украшения и девочки. Здесь написано, кстати, Светлана, Александра, а это Наталья. А в другом здесь написано Светлана, Александра и Наталья. Интересно. Вот здесь надо разукрашивать прически, и вот здесь показаны всякие заколки. Я еще не знаю, здесь наклейки надо украшать этих девчонок. Здесь, то есть это раскраска как бы, и надо украшать. Здесь нарисовано. Вот. И последнее, то, что есть в нашем пакетике, это вот такие вот скотчи. Здесь, смотрите, они блестящие, разные такие. У меня таких еще, честно, не было. Это такие новые. Пакет уже пустой. Всем пока. Вы были на канале Принцесса Милана. Всем пока.